Всем привет, с вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. Сразу хочу извиниться за то, что так долго не было видео. Просто проблема с телефоном, почему-то видео теперь отправляются очень медленно в YouTube. То есть где-то из 100% только 1% в 2 минуты. И это очень долго, но я наберусь терпения и отправлю это видео на YouTube. А это видео будет про мои подарки на день рождения. Хочу вам напомнить, что мой день рождения было 13 февраля. Видео про подарки я сниму сегодня. Итак, давайте же начнем. Я начну вам показывать подарки от моих друзей. Не буду говорить, что от кого, просто покажу. Итак, первое — это вот такие вот духи. Вот такое вот колечко. И вот такой вот очень красивый кулон. Также мои друзья подарили мне полимерную глину, но я ее покажу чуть позже. Итак, следующий подарок – это подарок от моего папы. Мой папа подарил мне куклу Monster High. Ее зовут Марисоль Кокси. Передаю моему папе большое-большое спасибо. Также моим друзьям я хочу сказать спасибо за все эти подарки. Следующий подарок – это от моей старшей сестры Настеньки. Настенька подарила мне куклу Биул Буил, то есть из коллекции Буил. Нет, из коллекции Биул куклу Буил. Я ее уже доставала из упаковки, поэтому она не привязана, а просто в коробке. И я передаю моей сестре Настеньке тоже большое спасибо. Следующий подарок – подарок от моей тети Татьяны. Она мне подарила моего первого мальчика из, так сказать, серии Пулип, там, где есть Исул, Биул, Дал и так далее. Это мальчик Исул. И я передаю моей тете Татьяне большое-большое спасибо. Итак, переходим к полимерной глине. Я недавно увлекаюсь полимерной глиной. И у меня есть уже много фигурок, где-то 15. Но я их очень быстро делаю, поскольку мне понравилось, и я сразу стала делать много фигурок. Итак, полимерную глину мне подарили друзья, сестра и мама. Что от кого уже не помню, поэтому покажу все вместе. Также, кроме полимерной глины, мне подарили всякие вещи для полимерной глины, типа формочек и так далее. Мне еще подарили полимерную глину, но она уже чуть-чуть распакована. Я уже начинала что-то делать из нее, но тоже ее покажу. Из моей новой полимерной глины я уже успела начать делать вот такое вот сердечко. У этого сердечка еще нет настоящей формы, то есть оно еще не очень красивое. И я решила попробовать сделать ММДМС. Видео урока я не нашла на YouTube и решила как-нибудь сама попробовать. Вот, я уже начала делать. ММДМС уже чуть-чуть несколько лежит внутри. Вот. И это были все мои подарки. Еще раз хочу всех поблагодарить.
Мне все подарки очень-очень понравились, все куклы, вся полимерная глина и так далее. И на этом было все. Ждите новых видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю. Ждите новых видео. Всем пока!